Привет, мои хорошие, с вами Селена Свей, и сегодня у нас будут покупочки уходовой косметики, корейской косметики. На самом деле, на горизонте у меня появился очень интересный сайт Lucky Cosmetics, где собрана вся корейская косметика всех брендов, таких как Tony Moly, Secret Key, The Sim и многие-многие другие. Это то, что первое пришло мне в голову. Косметики там невероятное количество, у меня разбежались глаза, но так как у меня уходовая косметика уже заканчивается и пора бы приобретать новую, я зашла туда и, в общем, разгуляй душа, набрала себе всего. Начнем со стандарта. Очень многие, кстати, меня задают вопрос, как я ухаживаю за своим лицом и так далее. Я в последнее время открыла для себя уходовую косметику, которая делает так, что ваша кожа сияет изнутри. Вот как вы знаете, я все время пользуюсь хайлайтерами. То есть я за счет хайлайтера пытаюсь сделать вот этот вот блеск, вот этот лоск. То есть легкий хайлайтер, да, ваша кожа светится, и я все время смотрю на себя на видео, она все время выглядит как-то здоровой за счет вот хайлайтера. Я знаю, что есть такие средства, что есть такие крема, есть такие CC-крема. Я взяла, сейчас все покажу. Уже давно о них слышала, и все пыталась взять. И получилось только в этот раз взять. Спешу с вами поделиться. Значит так, первое, что я взяла... ну вот, для меня этот момент важен, чтобы кожа сияла изнутри, поэтому я руководствовалась этим. Это был один из факторов, которым я руководствовалась при выборе косметики. Итак, первое, что у меня заканчивается, это мой дневной крем. Как вы знаете, не знаете, я не пользуюсь ночным кремом. Я предпочитаю один крем, универсальный, и на ночь, и на день. Но в последнее время я стала все чаще ухаживать за своим лицом. Сами понимаете, годы идут, их не воротишь. И нужно все больше питать свою кожу, все больше увлажнять, больше тратиться на нее. Как-то бывает так, что вечером я начинаю свой уходик какой-то, и прям на ночь меня так и подмывает, вот честно говоря, использовать ночной крем. Но у меня ночного крема нету. И получается, что я вот использую универсально. А мне прям хочется утром утренний, вечером вечерний. В общем, я выбрала себе ночной крем, вот такой, Smart. А плюс Б. ЛА плюс Б. Этот крем обладает лифтинг-эффектом, как мне нужно. Делает кожу более упругой и эластичной. Кроме того, эта линия кремов отлично выравнивает тон и уменьшает выраженность пигментных пятен, что тоже важно. Содержит коллаген, который интенсивно борется с морщинами и предотвращает появление новых. В общем, все, что мне нужно, здесь есть. В комплекте здесь входит такая палочка, ну, в принципе, честно говоря, может быть, и правильно было бы палочкой наносить всегда все, но мне предпочтительно все это делать пальчиками. Что я отметила, я уже его использовала, мне понравилось, он такой достаточно плотненький, у него очень классный запах. Я как человек, который на ароматах помешан всяких, и аромат может сделать мое настроение, для меня очень важно, как пахнет косметика, поэтому я все нюхаю и вам рассказываю. Значит, вот такой крем, мне он нравится, все, я уже его использую. Дальше я взяла дневной крем, праймер, благодаря ему еще становится и макияж более стойкий. И также здесь есть защита SPF 15. В корейской косметике, как я поняла, не сильно популярно, чтобы была SPF защита, поэтому не во всех кремах мы это можем встретить. Ну, вот я нашла такой крем дневной, мне он понравился, очень такой красивенький, презентабельный, на полочке красиво будет стоять. Ну, в общем, самое главное, что он увлажняет, выравнивает цвет лица, ухаживает за кожей, разглаживает морщинки. Подходит всем типам. Праймер обеспечивает максимальную стойкость вашему макияжу. Без парабенов, минеральных масел, искусственных красителей, отдушек. Подходит для чувствительной кожи. Вот чем я люблю корейскую косметику. Он пахнет прям как в дорогих салонах красоты. На самом деле я уже видела вот этот вот крем много где. Он уже у меня замылился так перед глазами, поэтому я... И на него кинула свой взгляд. Вообще, я люблю такие крема, более такие универсальные, знаете, чтобы они делали все. Чтобы не нужно было брать отдельно косметику нам для одного, отдельно для другого. Вот взял один крем, намазался, и ты шикарный. Что я давно хотела взять в корейской косметике, это такой Luminous. Luminous – это такой CC-крем, очень универсальный, все, как я люблю. Он подсвечивает вот эту самую кожу изнутри. Мы сейчас с вами его затестим. Может быть, вы видели вот в такой розовой упаковочке. Я его уже на руке затестила, на лице еще нет, хотела с вами. Выглядит он вот так, он беленький. Я вижу, что здесь есть частички такие, мелкие частички, которые как раз-таки его
то, что он белый, превращают в небелый. Так, совсем забыла. Точнее, не забыла, еле нашла. Мы сейчас уберем наши волосики. И теперь мы протестируем вместе с вами этот замечательный CC-крем. Вот вы увидите, как я его наношу. И уже где-то говорила, что я когда увидела, что как я наношу крема, вверх нужно. Вверх. Сейчас он начнет менять цвет. Слушайте, он как будто немного и подбеливает, да? Ну вот. Офигеть, как стало красиво. Как фотошоп. Блин, я рада. Luminous. И у него еще защита 30. Вот такой. Моя косметолог вообще говорит всегда, Селена, когда выходишь из дома, всегда нужно наносить защиту. 15 это минимум. Ну и все, в принципе. Ну-ка, дай поближе посмотрю. Все, мне кажется, моя кожа немножко высветилась, да? Тон лица сразу выровнялся, хотя он был у нас беленький. И подстроился под кожу. Вот совершенно не отличается от моего... от моей шеи. Классно. Я довольна вообще. Так, давайте распустим волосы. Мы, наверное, сегодня уже ничего не будем сюда наносить, красить. Слушайте, ну как крем нанес и все. Я довольна, не зря его хвалят. Так, поехали дальше. Решила, что нужно немножечко подкрасить губки. Очень редко, кстати, крашу губы вот такими какими-то блесками. Мне хочется все время, чтобы был мат, мат. Ладно, пусть будет так. Итак, продолжим. Что еще я заказала на этом сайте? Я заказала вот такие салфетки для снятия макияжа. Как-то мне девочки уже писали мои: Селена, попробуй салфетки для снятия макияжа. Я все их пыталась, а тут они мне просто попались. На сайте просто огромное многообразие всего, и так или иначе попалась. Я думаю, о, надо брать. Надо будет попробовать их затестить, когда у меня будет макияж, и я буду снимать. Мне кажется, что это для суперленивых, для таких, как я, которым не кайф даже взять ваточку отдельно и какую-нибудь там водичку мицеллярную. Ну и вообще удобно с собой носить, согласитесь? Водичка мицеллярная или средство какое-то может разлиться в сумке. А вот так взял с собой, все. Ну как бы по габаритам, конечно, оно не намного меньше, но в плане вот, что не разольется, это замечательно. И еще я заказала вот такие вот патчи от темных кругов. У меня вообще, я не замечала, что были темные круги под глазами, но все может быть, и на этот случай хотелось бы, чтобы было. Здесь на экстракт зеленого чая, как я поняла. Сколько здесь пачки? Раз, два, три, четыре, пять. Вот. Ну, может, у кого-нибудь из знакомых у моих. Раз, черные. Проснулись у меня в гостях черные круги под глазами. Я сразу раз, это вам. Вот. Пусть будет. Но самое интересное, самое приятное, что меня удивило и порадовало, когда прислали мне посылку. Во-первых, ее прислали вообще супер-мега упакованную. То есть каждый продукт был упакован отдельно. Вот такие прикольные вещички я очень люблю, чтобы нигде ничего не помялось, не ударилось, не повредилось. Это очень классно. Второй момент. Это подарки. Когда я открыла коробку, я увидела, что очень много продуктов. Я столько не заказывала. Я такая смотрю, думаю, гля, что это? А это что такое? А вот еще коробочка. Думаю, я что-то не заказывала. Может, это не мой заказ? А потом присматриваюсь, и на всех этих продуктах написано: спасибо за покупку Lucky Cosmetics. Спасибо за покупку Lucky Cosmetics. Спасибо за покупку Lucky Cosmetics. Так и это полноценные продукты. Это, например, корейская масочка у нас. Вот это тонер, он вообще охренительный, девочки. Он так пахнет, он пахнет духами, кто помнит Эклад. И выглядит как интересненько. Реально, запах у него очень крутой. То есть прям реально духи. И это в подарок пришло. Вот, это корейская косметика The Sim, например. Вот секретки. У меня, кстати, корейскую косметику в прошлый раз я заказывала. Прям вот секретки у меня в основном все было. Это тоже, это стик, чтобы делать контуринг. Но, честно говоря, я стиком вот таким вот не совсем умею пользоваться. То есть им нужно еще попользоваться, приноровиться. Не знаю, мы можем с вами попробовать, конечно. Такой цвет. В принципе,
цвет нормальный. Я бы попробовала, честно говоря. Я просто не совсем умею жидким. Ну, пальцем попробую. Не жидким, а таким вот именно в стике. И в какой момент его там надо наносить? У меня просто все сухие, и я в основном сухими пользуюсь. Вот как-то так. Я вот, смотрите, ни хайлайтера, ничего не наносила. Вы видите, как у меня светится кожа? Вот как-то так, да? Слушайте, он тоже пахнет. Охренеть, меня решили это, покорить запахами. Корейская косметика решила лично меня покорить запахами. Слушайте, может быть, даже и удобнее вот так вот. Раз размазал, где-то стер. Вот. Раз румянец появился. Да? Здесь, наверное, сильно зашло. Ну, короче, что-то типа того. Но это подарок, и все приятно. Так мало того, что все время пробники какие-то дают, когда заказываешь что-то, да? Но здесь пробников просто вообще море пришло. Море. Обычно где-нибудь заказываешь, тебе там 1-2 пробничка кину, да? А здесь просто пачка пробников и еще полноценные подарки. Чуть ли не на каждую покупку, которую ты купила. Это вообще невероятно приятно и, ну, щедро. Щедро прям. И здесь идет вот на пробнике вот такой вот буклетик, где написано все. Что, для чего, зачем. Ну, очень много просто. Все, мои хорошие, это вот был такой заказик у меня в корейской косметике. На самом деле корейскую косметику я очень люблю. Как я уже говорила, все мои подруги пользуются ей. И корейская косметика уже, знаете, зарекомендовала себя за долгое время, что это знак качества. То есть, мне кажется, ни один человек не скажет, что в корейской косметике что-то когда-то было плохое. Там все всегда идеальное, классное, не знаю, может быть, они подходят как-то к косметике по-другому. Но у них действительно все вот на высоте. Цены, конечно, могут быть относительные, но есть как и бюджетные линии какие-то, так и более такие люксовые. Но я думаю, что на сайте Lucky Cosmetics, я ссылочку оставлю под видео, вы пройдете, посмотрите, увидите, потому что бывают какие-то продукты очень сложно найти. Вот, я думаю, что, возможно, там вы их найдете. Именно что касается корейской косметики. Я теперь буду сиять, блистать сегодня. Будем с вами прощаться, буду продолжать все тестить. Если что, заходите ко мне в Instagram, задавайте вопросы. Нравится корейская косметика, обязательно ставьте лайк, подписывайтесь, кто пришел в первый раз или не в первый. А я с вами прощаюсь, до следующего видео. Пока-пока.